Уважаемый господин президент, дамы и господа, мы рады приветствовать в Кремле президента Республики Индонезии. Это первый визит господина Джоко Видодо в качестве президента в нашу столицу, в Москву. Мы очень рады этому событию. Подчеркну, Индонезия – один из наших ключевых партнеров в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Российско-индонезийские отношения носят конструктивный и обоюдовыгодный характер, стабильно развиваются на основе давних добрых традиций дружбы и взаимопомощи. Напомню, что наша страна помогала становлению индонезийской государственности, укреплению позиций молодой республики на международной арене. При участии наших специалистов, инженеров, строителей в Индонезии были возведены крупные объекты транспортной и промышленной инфраструктуры, стадионы, госпитали, другие важные учреждения.